История сценической жизни Елизаветы Мавродовой началась с танцевального коллектива «Конфетти» под руководством педагога-профессионала Елены Пилипчук. В прошлом году Елизавета окончила Краснодарское хореографическое училище с отличием и поступила в Московский государственный университет культуры и искусства. Она всю жизнь мечтала стать балериной, добилась своего и стала продвигаться дальше. Время уже пришло расти. Сейчас я приехала из Москвы, и вот хотелось бы показать новые свои номера. Это модерн. Классику я также не забываю, но модерн сейчас уже развивается больше, и современная хореография людям сейчас более интересна, чем народный танец, хотя я народный танец тоже очень уважаю, очень люблю, и профессиональный народный танец – это очень большой труд. Елизавета год отучилась на кафедре балетмейстер-хореограф факультета современная хореография. В Москве в прошлом году получила гран-при международного конкурса и стала лауреатом первой степени. Сейчас она учится на режиссера театрализованных представлений и праздников, и проведение показа студии «Баттерфляй» стала ее первой режиссерской и балетмейстерской работой. Елизавета писала сценарий, поставила дефиле молодежной эпатажной вечерней одежды, сочинила и обработала монолог «Муза» на открытии показа моделей. Анапские зрители стали первыми, кто увидел ее премьерные номера «Талисман» и «Зависимость». Отметить, что студию «Баттерфляй» создала мама Елизаветы Инна Мавродова. На создание сценических костюмов ее вдохновляет танец дочери. Хочется сказать огромное-огромное спасибо родителям, потому что, сколько вот помню время своего пути, ни разу меня не заставляли, от меня не требовали ничего. Это все было с такой мудростью, что вот благодаря именно этой мудрости мне хочется еще больше двигаться, рвать все цели и достигать чего-то, чтобы родители много гордились, потому что я знаю, что моя семья в меня верит, а это самое главное. Сольные исполнители песен и танцев, ансамбли «Солнышко» и «Лунапарк» и другие, шоу-театры сотрудничают с «Баттерфляй» плотно на протяжении 5 лет и с удовольствием показали новые и полюбившиеся модели на этом вечере. Удобные для выступлений, яркий и дополняющий образ. На этом вечере также со сцены Центра культуры «Родина» впервые прозвучал творческий псевдоним Елизаветы Мавродовой – «Жемчужная». Весьма символично. Елизавета стала еще одной жемчужиной в ожерелье прославленного русского балета.